Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 914. События дня. Колоссянам 3:23. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Знаю, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Я писал о лагере, который стал музеем. И вот вчера фактически прислали уже бумагу из прокуратуры. Ну, тут я не могу ее считать, много повестки. Как-то потом... Нет, наверное, не видать. Если бы было видно, тогда бы я ее так поставил и просчитали. Нет, не видно. Да. А вот сейчас, может быть, лучше будет видно. Вот так, чтобы ознакомиться. Чтобы убрать постройку, бульдозер прислать. Прокурор говорит, прокурор Мамотовского района. Ну, затормозите, если просчитается, то просчитается. Мне никак нельзя засчитать. Я сижу тут, настроил, то что когда одному неудобно. Сегодня в город выехал Игорь Барабаш, и с ним батюшка. Там пойдет по инстанциям, тоже говорили. То есть, очень нехорошая обстановка. Ну, от Бога же, Господь допускает. Вот так я показал. Дальше уже это как видно будет. Вот я написал немножко. Это вот у меня что такое? Заявление в суд. Сейчас я покажу. Вот какое было. На что отклики? Музей. Вот я пишу. После напряженной работы в прошедший день. Сегодня 19-е, то есть это было 18-го. Мы тут обсудили дело о нападках прокурора. И сегодня в 4:00 сейчас едет в город с продуктами молочными староста деревни Потеряевка Игорь Барабаш. С ним же ехать должен был и отец Айким, чтобы обратиться за помощью в органы власти. Вот в таком состоянии я и уснул крепко. И вдруг меня тихо касается как бы рукой за ногу. Я один в помещении здесь закрытый, скворечник называется. Как полагаю, мой ангел-хранитель, поднимая на молитву в 00:33 минуты. Вот интересно, просыпается, меня кто-то толкнет или постучит, а тут именно взялся меня как бы за колено. Колено было согнутое, и он взял его как... И оно еще болит-то. Такое было много раз, но без касания такого нежного и теплого, радостного и просветляющего. Я открыл глаза. И первая же мысль, ясная и четкая, подать в суд на прокурора Мамотовского района и указать на несоответствие его занимаемой им должности. Вот интересная мысль такая, даже не было ее совершенно во мне. Откуда она могла родиться? Ночью, повторяю, ночью. Об этом речи даже не было. И вдруг вот такой вот. Я сейчас тут прикрою маленько, чтобы солнышко сильно мне в глаза светит. Подать. И уже начал я составлять и кое-что прочитаю, что получается. С кое с кем посоветовался, в общем-то, одобряет почти все. Батюшка что-то в каком-то сомнении, а надо ли, не надо ли, он очень осторожный. Вот так. Я пишу часть заявления в суд. Места Священного Писания и Святой Библии, как непререкаемого Слова Божия. Название книги, глава и стих. Сафония 3:3. То есть это все будет написано в этом заявлении, которое, я думаю, завтра подать в суд на прокурора за подрыв деловой репутации, за оскорбление. Мне это не надо совсем, но мы никак пока по-другому-то. Он угрожает, посылает, чтобы сельсовет там послали трактор, сломали и все. Сафония 3:3. Князья его посреди него, рыкающие львы. Судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости.
Пророки его люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменным. Но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Понимаете, как вот, как будто сегодня все. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определенно собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Это я все выявляю тут. Другому. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. И дальше Иезекииля, Исаия, Иеремия, Иова, Михея книги и притчи. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Видишь, это не... так-то прилепится к словам, каким привяжется. А так, Слово Божие. Самые грозные слова в Святой Библии говорятся об юристах, которые бездумно играют параграфами мирского закона, как шут бубенщиками, как эквилибристы на сцене бесцельной, утробной сиюминутной жизни. Закон что дышло? Кто-то же заметил это? Прокурор прямо указывает, как бы угрожает даже, слово «нарушил» употребляет 3 раза, незаконно, самовольно 4 раза, что его грозное повеление нужно исполнять, иначе виновны будут уже в сельсовете Корчинском, если не пришлют бульдозер, чтобы смести с лица земли наше сокровище бесценное – музей. Во всех планах, снимках, лагерь, стан в честь священномученика Климента Анкирского 312 года на навозной куче показан, как на территории поселка Потеряевка. Вроде бы они должны прислать бульдозер и изничтожить то, во что сам прокурор не вложил ни рубля для бедного народа, еще более беднейших, нищих детей. И я должен теперь ночами находиться на территории музея с неотразимым убойным оружием в руках всю ночь, кормить комаров, ожидая разрушителя. Говорю о живой молитве живому Богу в помощь правде и торжеству истины при этой власти тьмы и мракобесия, шабаши нечистой силы. Вот статьи из моей биографии и судебных делах с КГБ, прокуратурой, городской администрации. Все процессы выиграны, хотя суд и шел 11 лет. Лапкин предпочел храм недвижимости. «Алтайская правда» 10 декабря 1997 года. Победитель получает все 11 миллиардов рублей. Свободный курс. 9.27 февраля 6 марта 1997 года. А нас и нашем легендарном стане, лагере «Стане», ставшем музеем, сняты государственные фильмы. Госфильм «Алашина», «Глаз вопиющего», «Второе крещение Руси». Государственный документальный фильм «Красноярский филиал» Свердловской киностудии, режиссер Кузнецов. Фильм занял 1-е место на киноконкурсе документальных фильмов в России «Златоуст из Потеряевки». Государственный документальный фильм «Красноярский филиал» Свердловской киностудии, режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич. Фильм занял 1-е место на международном киноконкурсе в Югославии «Предчувствие». О лагере «Стане» 475 видеороликов в интернете. И неужели такую жалкую жизнёшку желали устроить нам наши родители? Отец наш Тихон без руки вернулся с фронта. 3 дяди по матери у орудийных лафетов сложили голову за то, чтобы над нами изгалялись пришельцы, инопланетяне, нелюди, которые нам устраивают тюремный душняк 100 лет. За 45 лет в нашем лагере «Стане» перебывали все структуры власти, и ни один человек ни разу и при коммунистах не пытался что-то из построек на навозной куче сломать. Зачем же делать так, чтобы весь народ кипел от возмущения, называя власть антинародной и грабительской? Мне уже идет 80-й год, и пришлось пройти советский коммунистический рай, ад, ГУЛАГ в 5 тюрьмах. Мучение 26 лет. Реабилитированный ныне как исповедник, ходатайствую за приговоренный прокурором к смерти наш несравненный музей-комплекс.
для бедных лакерей. Потомкам будет на что посмотреть, как в этом раздрае и крушении могущественной империи можно жить и в бизнесе красиво и интересно, и не проклинать власть тьмы, а молиться за их вразумление, что у Бог духовным слепцам вложил страх Божий, что и они предстанут на суд Божий страшный. Ибо из-за них умирал Спаситель Иисус Христос. Но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну и дальше пишут мне Никита Колесников. Не понимаю, какое дело им до лагеря, музея? Это же надо им выделять средства, чтобы пригнать технику, нанять человека, дабы сравнять с землей это место. Ни копейки не дали на развитие, а как надо разрушить, сразу находятся средства. Лукавые делатели. Будем молиться, может, Господь остановит этот абсурд. Андрей Новгород. Игнатий Тихонович, на вашей стороне правда. Отольются волку овечьи слезки. Татьяна. Добрый день, Игнатий Тихонович. Отправила ваше письмо отцу Сергию. Может, у него есть связи, а если написать на сайт президенту, видимо, напишем. Мы будем молиться за вас. Храни вас Господь. Сергей Горохов или Горохов. Мир вам, Игнатий Тихонович. В моей власти только молитва. Христос, как всегда, да поможет вам. Сейчас повсеместная практика разрушать пустующие бесхозные постройки для того, чтобы там не могли поселиться бомжи, наркоманы и разбойники. Пустующий дом – потенциальный вертеп и рассадник пороков. Вот у нас здесь на разъезде Подстёпное Алтайского края, ветка Барнаул-Кулунда, от нас 4 километра. Хорошее, красивое каменное здание было. Ну, мы как не в аренду там брали, чтобы от непогоды спрятаться, ничего не было. Послали на следующую станцию, там давно никого не было, что-то ломать бульдозер-то. А он не доехал по пьянке, сломал это здание, и блоки эти утащили, раскатали по лесополосам. Вот и пустующие. Пустующими-то люди их делают. Матфея 12:43-45. Нечистый дух находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. Лучше, чтобы кто-нибудь жил, например, оформить как хутор. Так на территории деревни-то не надо. Ну, мы же летнюю кухню-то не оформляем на кого-то. Как летняя кухня? В музее тоже живут вахтеры и охранники. У нас никто туда не заходил, только вот прокурор. Пустыми они не бывают. Пустующие дома – что-то ненормальное, как тело без души. В миру все пустующее сразу сдается в аренду, а иначе этот дом дохода не приносит, а приносит только головную боль. Но это не относится к нам. Лагерь-стан, который мы сделали музеем, он рядом, 150 метров. Рядом находится. Тут пасут, под присмотром, там не надо жить. 2 Петра 1:14. Так. Не хотелось бы, чтобы вы из-за этого переживали, да будет воля Господня, и расстраивались. Не только эти хижины ветшают, и все равно разрушаются. Знаю, что скоро должен оставить храмину мою. 2 Коринфянам 5:1. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, доме рукотворенный и вечный. Верю, что вы не расстраиваетесь. Вы даете нам пример необыкновенной для вашего расслабленного времени, нашего работоспособности и бодрости духа. Христос да благословит труд ваш. Александр Марьясов. Мир дому вашему. Игнат Тихонович. Дорогой мне человек, я действительно слышу крик души вашей. Трудно даже представить, сколько деток побывали в лагере стане и сколько оставили в себе добрую, на добрую память и в жизненный опыт ваших поучений, наставлений, любовь к Богу, к труду. Учили жить христианской общностью. Познание Священного Писания, да еще очень многое, что жизненно необходимо деткам в дальнейшем их земном бытии. Это действительно уникальное место, которое благодаря вам и многим братьям и сестрам общины и всем жителям Потеряевки каждый год без помощи государства организовывало трудовой отдых детям. Разве это место, где расположен лагерь-стан, так необходимо властям района или прокуратуре? Разве оно может нести какую-либо опасность? Вот именно. Люди уезжают за границу и говорят, если осталась память доброй о России, только лагерь, в котором мы были, Потеряевки. Это просто хотят стереть память о хорошем, о добром.
о никогда незабываемом отрезке жизни всех, кто был в лагере Стани, деревня Потеряевка. Будем все молиться, чтобы доброе устояло еще на многие годы. Боже, милостив буди нам грешным. Александр пишет еще один. Я фамилию спрятал, потому что недруги нападают и начинают заливать грязью. Писать нужно вначале в районную, затем Алтайского края, снизу вверх и в генеральную. Жалобу с сайта на прокурора и просить провести проверку. И собирать подписи, сканировать и отправлять, прилагая сканы всех документов. Юрий Соболев. Да поможет вам Бог, Игнатий Тихонович. Мы же поддержим молитвою. Я уже не сегодня ничего больше не показываю, времени нету.